Говорят, лицом многоквартирного жилого дома являются его подъезды. Поэтому каждый из них должен быть красивым, удобным и комфортным для жителей. С этой целью в Подмосковье проходит реализация губернаторской программы «Мой подъезд». Ее главной особенностью является непосредственное участие жителей в проведении ремонта. Приемка каждого подъезда идет только с подписью управдома жителей. Очень важен диалог с жителями. Мы должны обязательно прислушиваться к их мнению. Жители сами предлагают дизайн и оформление своего подъезда, указывают на недочеты, контролируют ход реализации работ. Так, ремонт в двух подъездах многоквартирного дома 21 по улице Дружба в поселке Внеисок почти завершился. Разница ощутима и не может не радовать, говорят жильцы. Стены обшарпаны были, потом ящики такие, ну, старенькие, знаете, вот как будто в 9-этажках. А сейчас, в принципе, нормально все. Свежевыкрашенные стены на всех этажах, включая балконы. Освещение заменено, провода спрятаны. Обновлена сколотая плитка, заменены все двери, включая входные. Двери новые, все заклеили, чтобы не испачкать краской, установили, все хорошо, закрывается, домофон тоже установили на них. Двери металлические, да? Металлические, да, запирающее устройство на место поставили, будет доводчик, он сейчас отключен, пока работы идут. Ремонт в первом подъезде еще продолжается, во втором устраняют мелкие недочеты. Был представитель ГБУ, УТНКР, контроль за выполнением работ. Сделали некоторые замечания, все сейчас устранили, ждем повторного выхода для приема данного подъезда. В среднем на ремонт одного такого подъезда уходит месяц. На объекте работает бригада из 8 человек. Объем как сделанных, так и предстоящих работ по обустройству подъездов в нашем округе не маленький, говорят специалисты. Всего у нас по программе 229 подъездов в Одинцовской теплосети. В работе у нас порядка 80 штук сейчас уже. На выходе, ну, к сдаче готовых порядка 60 штук. И когда сдаем, заходим дальше на следующие подъезды. Губернаторская программа «Мой подъезд» стартовала в 2017 году. Благодаря ей преобразились уже более 6000 подъездов Подмосковья. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».